Змея с радужным окрасом головы и ящерица, похожая на дракона. Эти и еще более 160 новых видов животных и растений обнаружили ученые из Всемирного фонда природы. Исследования велись в районе реки Меконг, самой большой на полуострове Индокитай. Эксперты организации говорят, что дикой природе в этом регионе угрожают быстрое развитие городов, а также строительство дамб и горнодобывающая промышленность. Все находки опубликованы в новом докладе Всемирного фонда природы. Среди них геккон в Лаосе со слегка голубоватой кожей и редкий вид банана на севере Таиланда, который находится на грани исчезновения из-за вырубки лесов. Директор отделения Всемирного фонда природы по Юго-Восточной Азии говорит, что находки подчеркивают уникальность дельты реки Меконг. При этом он отмечает, что защитники природы должны прилагать больше усилий. С одной стороны, очень увлекательно находить новые виды, но это также стимулирует нас больше работать, чтобы после обнаружения новых видов мы не просто защищали среду их обитания, но и прилагали усилия, чтобы они не исчезли в результате торговли, чтобы люди меняли свое отношение к использованию дикой природы и не губили ее. В дельте реки Меконг обитают и произрастают одни из самых уязвимых видов на планете. Это также место, где процветает браконьерство. Животных ловят ради ценных частей тела. Многие считаются целебными в китайской медицине и пользуются большим спросом на рынках Азии. Так, в июне этого года тайские правоохранители в ходе рейда в популярном среди туристов тигрином монастыре обнаружили десятки туш тигрят, включая замороженные и законсервированные, а также их кожу и другие части тела. Были обнаружены туши и других редких видов животных. В отчете Всемирного фонда природы за 2016 год говорится, что за последние полвека к 2020-му мировая популяция рыбы, птиц, амфибий, млекопитающих и рептилий сократится на две трети.